В Югре началась неделя ответственного отношения к своему здоровью. По словам медиков, сейчас будет сделан особый акцент на популяризации профосмотров и диспансеризации. Для этого пациентам подготовили разного рода заметки в СМИ и соцсетях. Кроме того, врачи выступят с публичными лекциями о важности мониторинга собственного здоровья. Добавлю, что в этом году в работу по проведению диспансеризации включились коллективы 35 медорганизаций. Профилактическими осмотрами запланировано охватить 1 миллион человек. Теперь во всех операционных блоках Сургутской травмбольницы можно будет оценить глубину анестезии. Для этого здесь установили специальные БИС-мониторы. Они надежны и безопасны для пациента. При операциях система позволяет устранить риски преждевременного пробуждения. Также она экономит расход анестетиков и не перегружает этими тяжелыми препаратами больного. Кроме того, больше чем на треть сокращается время выхода из наркоза. Удобен этот способ контроля сознания при нейрохирургических вмешательствах, тех, что требуют интероперационного пробуждения пациента и выполнения им нужных команд. Например, это происходит в процессе удаления опухоли головного мозга. В Сургуте состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Лига лекторов». Это интеллектуальное состязание между людьми совершенно разных возрастов и профессий. Организовало его 3 года назад Российское общество знания. Раньше, в период пандемии, все проходило онлайн. Теперь судьи слушали участников со сцены. Суть соревнований – раскрыть за 10 минут любую тему. Всего 8 направлений. Среди них экология и благотворительность, гуманитарные науки и медиа. В Югре подали заявки 30 человек. В региональный этап вышла половина. Жюри оценивало креативность при поднесении материала, общую культуру лектора и уникальность темы. Победители представят регион в полуфинале. Добавлю, что 50 лучших лекторов страны получат возможность принимать участие в мероприятиях общества знания. Когда мы оцениваем спикера, да, вот я действую с позиции квалифицированного зрителя. Я могу не очень разбираться в физике или в инженерных науках, или там в социологии, но при этом неплохо там быть подкованным в исторической части там, или в политике. Да. Не суть. Реагируя на спикера, я ведь реагирую эмоционально. И если я понимаю, о чем говорит человек, значит, я, в общем-то, принимаю этого спикера. Несмотря на активное развитие СМИ, новых медиа, наиболее эффективной, востребованной, действенной коммуникацией остается коммуникация человека к человеку. Поэтому те знания, те компетенции, которые вы развиваете в себе и будете передавать школьникам, студентам, да и просто всем жителям нашего округа, это действительно огромное большое богатство. Выставка с атмосферой советского Нового года открылась в Югорске. Организовали ее педагоги политехнического колледжа. Из дома они принесли раритетные новогодние игрушки и предметы быта. Все началось с ватной фигуры Деда Мороза. Он ровесник Югорска. Сказочный персонаж из папье-маше сделан на Свердловской фабрике игрушек в 1962 году. А украсили елку в колледже персонажи по мотивам популярных произведений в советские годы. Например, Руслан и Людмила, Серебряная копытца, Чиполлино. Также подчеркивает дух того времени ковер, радиоприемник «Горизонт», который до сих пор работает, фарфоровые статуэтки. Словом, получилась целая фотозона. Ее разбавили советскими открытками и плакатами. Я цепляла маленькие игрушки, это стало повыше, начала цеплять их повыше. Потом мне доверили, вот еще бусы мои, остатки бус. Помните, бусы повесили, стали в хоровод. Вот такие были бусы. Ну, это то, что пережило уже и моих детей. Это уже остатки этих игрушек.